О спорте. В Чебоксарах прошли республиканские соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы главы Чувашии. Всего за здоровьем в зимний лес пришли 59 семейных команд. Поклонников здорового образа жизни в Чувашии становится все больше. Впервые семейные лыжные гонки на призы главы республики прошли в прошлом году. В этом собрали в два раза больше участников. Причем заметно, мамы, папы и их дети со спортом не просто дружат, а серьезно взаимодействуют. Нет, я пообщался, я вот когда шел, там пешком идут, они в задоре, они рады, несмотря такой на маленький мороз. Рано, сегодня они поднялись, кто-то сопереживал, кто-то сегодня лыжи готовил, кто-то ботинки, кто-то палочки примерял. Вот это как раз состязательность, вот эта конкуренция формирует хорошее, бодрое настроение, волю. И характер к победе. К победе и в труде, и в учебе, и вообще в реальной жизни. Соревновались в два этапа. Сначала семьи с детьми младше 10 лет, затем с ребятами среднего и старшего школьного возраста. Юным спортсменам они стартовали первыми. Надо было пробежать 400 метров. 29-й, как только самый младший член семейной команды появлялся на финише, в гонку включалась мама. Женщины бежали 800 метров. Завершающий рывок на дистанции 1,5 километра делали отцы. Семья Кусковых сразу взяла высокий темп. И Кристина, и Лилия, и Олег лидировали на всех трех дистанциях. Кристина у нас занимается профессионально. Тренер здесь дежур номер 2, Смирнов Сергей Иванович. Ну и сами и нас подтягивают вместе. У нас конкуренция очень большая. Семья Васильевых с Новочебоксарска. Мы на каждых соревнованиях вот с ними как бы конкурируем и соревнуемся. В первую очередь с ними. В результате в числе победителей оказались 7 семей. За второе место в первом заезде боролись команды Ишуткиных и Ильиных из Чебоксар, и обе победили. Всем достались медали, призы, подарки, а также бодрость и хорошее настроение. Последние две награды раздавали всем без исключения. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.